В Чувашии прошла профилактическая акция «Моя альтернатива – здоровая нация». Мероприятие посвятили Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконному обороту. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В выходные в студенческом сквере города Чебоксары прошла профилактическая акция «Моя альтернатива – здоровая нация». Организаторами мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконному обороту, выступили МВД по Чувашской республике, администрация города Чебоксары и другие. Сегодняшнее мероприятие проводится в целях показа населению, людям, что может заменить наркотики, что здоровый образ жизни – это намного лучше, чем употреблять, курить, злоупотреблять алкоголем. В сквере работали различные площадки. К примеру, офицеры СОБР МВД республики показывали желающим боевое снаряжение. Сотрудники Центра кинологической службы МВД демонстрировали способности своих питомцев. На площадке, организованной специалистами республиканского наркодиспансера, можно было пройти диагностические исследования на наркотические и иные психотропные вещества, включая алкоголь. Также в сквере работали танцевальные спортивные площадки, где были представлены различные виды спорта, доступные для занятий каждому. Вечером здесь же состоялась молодежная дискотека.